Здравствуйте, друзья и гости, с вами Елена. Хочу поделиться рецептом вкусных оладий с яблоками. Берем 1 стакан молока, 1 яблоко, 1 яйцо, 10 грамм дрожжей, добавляем 2 ложки сахара, перемешиваем. В емкость вливаем молоко и добавляем дрожжи. Хорошо перемешиваем, добавляем 100 грамм муки, накрываем пленкой и ждем, когда дрожжи наши активируются. Как масса запенилась, поднялась, заработали дрожжи, добавляем 1 яйцо и 50 мл растительного масла. Перемешиваем венчиком. Добавляем щепотку соли и еще 150 грамм муки. Тесто должно быть не густое и не жидкое. Хорошо перемешиваем. Яблоко очищаем от кожи и нарезаем крупным кубиком или натираем на крупной терке. И добавляем яблоки в тесто. Накрываем пленкой и пусть тесто поднимется. Как тесто поднялось, пленку снимаем. Посмотрите, какое пышное и воздушное получилось тесто. Ставим сковороду на огонь, добавляем растительное масло и хорошо нагреваем. Чтобы тесто не прилипло к ложке, ложку опускаем в масло, потом в тесто и выкладываем по 1, по 2 ложки теста на сковороду. Обжариваем оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем на салфетку, чтобы лишнее масло впиталось в салфетку. Сверху оладьи можно посыпать сахарной пудрой, можно подавать с сметаной, медом или вареньем. Очень пышные, не оседают и очень приятный вкус яблок. Если вам понравился рецепт, подпишитесь на канал, ставьте лайки и делитесь в соцсетях.